Вышли с Матвеем погулять. Смотрите, какая расцветка классная. Петуньки. А розочки, ну, такие миниатюрные, крошечные. Жарко, все горит. Красота. А я ж не могу мимо пройти, не поснимать. Пойдем дальше, Матвей. Сейчас Ксюшенька придет. Матвейка, привет. Пойдем дальше, цветочки поснимаем. Гераньки красивые тоже. А тут смотрите, какие. Я даже не знаю, как они называются, эти цветочки. Розовые, красные, вон дальше. Не красные, какие-то малиновые, желтой серединкой. Там бледно-розовые. Ой, какая прелесть. Такие листочки миленькие-миленькие. Роза прям такая винная, мелкая-мелкая. Хорошенькие. Да, буквально неделю назад здесь розы так цвели ярко, красиво. Все поотцветало. Даже не поотцветало, а сгорело. Смотрите, какая роза интересная. И это вообще двухцветная. Ну, вот это, наверное, калы, я так понимаю, или что-то интересное такое. Там у нас лягушки живут. Раньше еще рыбки были. И черепаха в прудике. Ой, ну петуньки, мимо них прям пройти не могу никак. Прям все-все разные расцветки. Ой, вот, красивые цветочки. Ага. А вот эти вот, это, наверное, бересклет или как это называется? Это герань, Ксюш. А вот это? Да, как у меня малиновая, а здесь другие. Нет, вот это вот мне такие цветочки нравятся. Ой, листочки нравятся, красивые расцветки, да? Красное-белое. Прям каких только нету. Вот здесь у нас дома вот таких нету цветочек. Не трогай. Это петуньки. Мы на следующий год их посеем. И на балкончике у нас знаешь, такие будут расти. Посеем? Вот такой. А там лилии или лилейник сзади. Туда дальше. Красивая. Ну все, показала наш дворик. Спасибо всем за просмотр. Всем пока-пока.